Всем привет, с вами Сергей Кива и распаковка Elitek. Сегодня у нас бензопила BP2512M. В этом выпуске мы посмотрим на комплектацию, эргономику и ее возможности, не забыв и про технические характеристики. Приступим! Мощность двигателя 1,2 лошадиные силы, электронная система зажигания, антивибрационная система, цепиуловитель, бесключевой доступ к воздушному фильтру, двухтактовый двигатель, длина шины 30 см, шаг цепи 3/8 дюйма, паз шины 1,3 мм, 44 звена, вес 3,6 кг, сервисное обслуживание 24 месяца. Бензиновая пила BP2512M подойдет для работ, связанных с подрезкой сучков и веток, мелких деревьев и так далее. Благодаря компактному размеру и хорошей эргономике, пилой можно пользоваться как на участке, так и на дикой природе, например, на охоте и рыбалке. Малый вес, отсутствие вибраций и моментальная остановка цепи поможет положиться на эту бензопилу в любой ситуации. Также не возникает вопросов с расходными материалами – шины, цепи, масло и так далее, так как в Elitek есть все, что вам нужно. Полный функционал и как им пользоваться вы можете посмотреть в других выпусках на нашем канале и социальных сетях. Ссылки в описании. С вами был Сергей Кива и распаковка Elitek.